Can't get off punches. Oh, a screwdriver in. Down goes Bova. Все знают эту нашу знаменитую формулу: масса, помноженная на скорость, получается сила удара. Да, да, мы это не исключаем, но некоторые бьют, люди не падают, некоторые бьют, и люди падают. И чаще всего бывают вот такие вот здоровые, накачанные бьют, а и люди не падают, и худые люди бьют, а люди падают. Вот как этот феномен, как это все, что нам для этого нужно, да? Давайте сегодня поговорим. Так вот, давайте сейчас разберем несколько упражнений, как развить силу удара, да, но мы ее будем развивать не на мешке, не на подушке, а на чем? На стенке. Нам поможет Сергей Ракелов, статические упражнения. Ничто так не развивает силу удара, как статика. Да, статика укрепляет сухожилие, потому что во многих случаях мы бьем не мышцами, объем сухожилиями. И чем больше они у нас развиты, тем удар будет у вас сильнее и крепче. Да, вот теперь... Нет, стоп, тихо. Ты сейчас напрягся мышцами. Чуть-чуть повыше подними. Да, вот так. И напряги, да. То есть вот здесь смотрите, что у нас происходит. У него, если вы обратите внимание, аж задрожали руки. Но здесь... У него руки не так напряжены, как напряжены больше сухожилия. Да, то есть это статическое упражнение, мы толкаем стенку. При этом у нас могут и напряжены быть и ноги, и все туловище. Мы все полностью напряжены, у нас полностью работает статика. Причем статика у нас работает на толчок. Хорош, спасибо. То есть у всех дома есть косяк дверной. Сейчас мы покажем в косяке упражнение, как можно использовать дверной косяк. Вот стали в дверном проходе, да, в дверном косяке, и пытаемся просто-напросто его раздвинуть. То же самое опять же, дави сюда. То есть то же самое, вот сейчас у нас мышцы не работают, работают больше сухожилия. То есть таким образом мы их раздвигаем. Не надо давить нам час. Да, мы это делаем в среднем там 10-15 секунд. Раздавили, подержали, зафиксировали, расслабились. То же самое давим вверх. Сейчас поднимаем. Да, то же самое. Вот смотрите, у нас сейчас мышцы расслаблены, но толкаем, как раз работают у нас сухожилия. То есть таким образом мы их укрепляем. Причем мы можем как это делать в двери, то есть со стенкой. А можем это делать со штангой, гирями. Пойдемте покажем дальше. Вот, допустим, берем штангу, становимся, поднимаемся ее на бицепс, чуть-чуть разгибаем медленно, зафиксировали и 10-15 секунд ее зафиксированы, подержали. И потом самое главное, не надо резко ее разжимать. Да, медленно начинаем опускать. Вот этот, таким образом мы укрепляем сухожилия, укрепляем суставы. То есть это мы точно так же можно сделать с гири, с гантелей одной. Можно это сделать и на турнике. То же самое. Можно, Сергей, тебя попросить на турник? То есть, опять же, подтягиваемся, да. Опускаемся на чуть-чуть и зафиксировались. Вот то же самое упражнение, обратите внимание, то же самое работает статика. У нас не работают мышцы, у нас работает статика. И потихонечку опускаемся. Мы можем чередовать. Становимся в упор лежа. Это те же самые статические упражнения. Да, сперва постояли на прямых руках, потом держим как планочку на полтора. То же самое, зафиксировали, подержали. 10-15 секунд. Это опять же работает статика. Спасибо, Серега. То есть это простые упражнения, которые мы можем делать и дома, можем делать на улице, можем делать в парке, где угодно. Укрепляйте, становитесь сильнее. Всем пока. Into this point.